Ну что, ребята, всем привет. Как оказалось, пауза была недолгой. Есть у нас, в общем, еще немного времечка поиграть. Сегодняшний день, так что что, рубимся дальше. Так, что, мы не прокачались. Кухня герцога, что мы тут можем еще заебенить? Урон при блокировке, конечно, мы это можем сделать, но что-то неохота. Вот это бы надо, блядь, сочное мясо дикой птицы. О, спасибо. Спасибо. Мясо. Блядь, обидно, чтобы значительно хп повысить. Так, тут чё? Мясо. О! Снижение урона при блокировке. Мы собрали все ингредиенты. Отлично. Теперь... Отлично. Я хочу, чтобы мы сладились им. Неплохое блюдо. Ускоряет передвижение. Блять, сочное мясо дикой птицы. Где это взять-то, мне интересно, а? Мясо птицы. У вас один. Превосходная рыба один. Ну, короче, хорошо, пока трогать не будем. Помалу, а там, глядишь, будет много. Большой кристалл. Желтый кварц. О, нихуя, он 10 тысяч стоит. Так. Черепушки. Кристальный. О. Пидорасопон. О, кристальный топот. Нихуя тут прям. Барыжим. Да. Так. Оружейное. Че тут у нас? Это простая модификация. Я быстро управлюсь. Так, молодец, молодец. Че скажешь? Так. Револьвер. Блин, ну револьвер, сука. Там стрельбы. Сюда. Револьвер, конечно, мощный. Ничего не скажешь. Так. Я добыл для вас новые товары, мистер Уилкерс. Модуль для ружья значительно уменьшает отдачу. Отдачу. Ага. Блять, не знаю. Ой, не знаю. А патроны для револьвера в случае не продаются тут? Снайперский, дробовик, пистолет. Та-та-та. Бля. Ну, ладно, хуй с ним. Отлично. Чё, 27 тысяч осталось. Предлагаю прикупить. О, это бомбочки. Так. Слушайте, а вот хуй знает, чё прикупить. Давайте бомб купим. Всё, да? Заебись. И хилок я предлагаю купить, блять, они стоят купить. О! У них еще и стоимость квадразом повышается. Вот это прикол, блядь. Так. Давайте карту осмотрим. Все ли я тут? Все ли я тут? Крепость. А, я, получается, здесь все обшарил. А чё это, типа, я замок обшарил, крепость обшарил, такой, ух, нихуя крутой. Дело-то, ребята, к финалу похоже, что идет. Я здесь сделал сокровище, но не попал в дом. Как и здесь, вернее, в дом попал, и в этот дом попал, но не обшарился. Ну, ладно. Ай, хуй-то с ними, короче, ладно. Пойдемте пленочку ставить. Я не всякого барахла там. Че я взял? Чашу, блядь. Что? Найдите Гейзенберга. Гейзенберг.
Там кто-то стоял, мне кажется. Не он ли случай, не? Нет, это просто большой камень. Это, ребята, просто большой камень. Такое ощущение, что все двери за нас закрываются нахуй навсегда. Это что-то нехорошее. Кстати, насчет темы, то, что это игра под VR. В VR, когда в очках играешь, вот седьмую часть, вот не знаю, видно это на стриме, нет, когда ты куча поворачиваешься, идешь, как бы, блядь, по краям, как бы потемнее, тут немножко так, не знаю, как это назвать, какой-то эффект. В шлеме такая же хуйня, но когда седьмую часть играешь без шлема, этой хуйни нету, так что, интересный, сука, вопрос. Почему эта игра не поддерживает VR? Ну, конечно, ответ на это есть один. Скорее всего, PlayStation сейчас скоро выпустит свой этот VR-шлем, вторую версию, и у резьбы добавится эта функция. Чаша гиганта. Так я и думал. Это вообще где происходит, да? Честно сказать, я... Временные меры... Что там сделали-то? Стойте. Разместить чашу на месте церемонии. Ну это ладно. Так, а где мы что открыли-то? Какой-то мостец открыли. Такое ощущение, что где-то... Где-то, блядь... Хуй его знает где. Ладно, разберемся. Успеется. Бля. Если, конечно, мы выживем. Если же, конечно, мы выживем. Ну чё, долго ещё ехать? Глубоко? А, даже не посмотреть, да? С ребёнком всё будет хорошо. Будь спокоен. Давай уже, двигай через мост. Я только что, блядь, собрал запчасти ребенка, что ты пиздишь-то, блядь, так. Чё, сейвимся? Кстати, у меня еще один вопрос. Хилок, о, у меня барахло хилок, чем 4. Пачмучмаки, так. Все, да? Еще одну хилку мы создадим, пока. Вот так лучше сделать. Блять, нам на последние деньги патронов купить. Все, конец игры, че жмусь-то, блядь. По карте, где мы есть. У-ху-ху-ху. Новая локация. Пойдемте. Ладно. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Бля, на территории. Я хочу поговорить с тобой о Роже и Мираже. Да входи, не бойся. Не нравится. Что ты задумал? Не нравится эта территория, блядь. Ходи, заходи, не бойся, уходи, не плачь. Прыгай вниз, не бойся. Твоя жизнь всего лишь ложь. Чё-то так пиво холодного захотелось, прям вообще, это что такое? Бля. Когда ты немножко слепой, да? Так, ворота открываются. Но заходите, конечно, конечно же, сюда пока что не буду, блядь, не хочу. Как с Димитреску, блядь, надо стекла сломать, сука, я проебался. Ачивка, блядь, она вроде хуйня и не нужна, но, блядь, меня это бесит, я теперь хочу ее. Придется на игру плюс начинать, добраться до замка Димитреску, блядь, разбить все окна, нахуй, удалить игру, блядь. Вот такая, блядь, телега, ребята. Тут автосейв был.
Игра обычно, когда делает автосейв, значит жди, жди подъёбы какой-нибудь. Так, эта дверь открывается. Ладно. А это, наверное, как обычно, открывается с другой стороны. Естественно, пойти по кругу через все, блядь, адские, блядь, испытания и прочее, прочее, прочее. Все синенький горит, иначе мы ничего не проебали. Это хорошо. Интересная комната, как слово сказать. Реагент. Кто меня толкает? Я не нажимал вперед, такое ощущение, как будто моего перса только что толкнули. Сука. Ту-ту-ту-ту-ту. А что-то как-то тут все тут. И все? Не понял приколы. А, блядь, изучить. Твою мать. Мия. Правда, глотать? Так, ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ищешь. Сука, загляни. Завали ебло, он сказал. Ты присядь. Слушай, Игорь, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Наркомания какая-то. Ну-ка, сядь, сказал! Вот это чисто под VR сделано. Вот, блять, точно. Мисс гигантская сука. Стрёмная кукла. И водяной дерьмо. Еще не все. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Мира? Я вообще не хочу быть в семье Мирана. Как будто я хочу, но так выше. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? Охеренно! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть ты понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Хуя она слушается. Что ж там такое-то? Ты и я, Петр. Мы вместе спасем Русу. И с ней уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак. Моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам запустился. Ну, вот Итан его мудаком назвал. По сути, Гейзенберг. Блять, предложил помощь. Итан взял бы, просто тупо согласился и все. Ёб твою мать, что это такое? Это вертолетоголовый, блядь. Серьезно? Твою мать. Что, бежать надо, да? Тупик. Что ж тебя, бля? Вертолетоголовый, бля, охуеть. Нихуя тут. За тварь. Это головы, я тебе сказал, что ты тупишь-то? Ржавые обломки. Что-то я, ребята, звуки нехорошие слышу. Вопрос. Вопрос, куда идти? Тимми, блядь, не пугай меня.
Можно сюда пойти. Сюда. Опа, блядь. Видели? Прикол. Вот туда увозят святых. Пойдемте. Так, как я понимаю, можно всякую хуйню сюда. Хилок достатки. Бомбы есть. Снайперской винтовки. Всего 17 штук. Блядь, она, конечно, вроде как... Моментами... Блядь. Ну... Ладно. Не, снайперская, сука, мощная, блядь, тут как бы не доебёт. Знаете что, я сейчас вангу, что с ним не сражаться вон там. На, сразу нахуй. Это не то. Ладно, разберемся, пойдемте. Световая, не световая, сейчас все станет ясно, блядь. Сейчас все станет на свои места. Блять, ну вот только ребята не вы. Ну вот какого? Хуя. А, привет, привет. У меня еще времечко сегодня выдалось порубиться, так что... Так что дальше погнал. С Гейзенберга, может, сейчас сражусь. Если все прокатит. Я уж думал, стрим будет только завтра, но еще и сегодня продолжение. Сейчас, судя по всему, буду с вертолета головом сражаться. А я тоже не ожидал, так вот, так совпали обстоятельства, короче. Я думал, что стрим как минимум завтра вечером, либо ночью включил, либо даже, может, в субботу, а оказалось, вот оно как. Ебанутое место. Ебанутое место. Локализация шикарная, конечно. Правдивая. Выберите с фабрики. Блять, она вроде маленькая казалась, эта фабрика. Блин, а я что-то думал, сейчас босс будет. Да, уведомление лучше поставить, потому что мои стримы, я стримлю сразу, как сказать... Не то, что не постоянно, а рандомно. То ночью, то могу с утра, вот Dark Souls с утра, в это вообще моя жизнь. Опа. Это куда у нас дверка ведет? Начинай с утра с Demon Souls или Dark Souls и все, короче. Какие-то нехорошие звуки. С Карлом. Это который вертолетоголовый-то? Явно легко. Че? Явно легко ломается. Вертолета голова только что видел, да? Так. Ах, твою мать вашу. Ай-яй-яй-яй. Блять, на них какие-то камеры. Ох ты, сука, а. Так, ладно, я думал, здесь что-то можно про... А, хотя, блять... Блин, чё-то я кого-то не то обреду. А, да-да-да-да-да, было-было. Я, кстати, так и не понял, почему ты отказался. То есть можно было сказать, да, давай, окей, чё, типа, погнали. Разъебошу Миранду, и всё, все счастливы, довольны. Забрал бы свою дочку, и всё. Но Итан такой, не-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 
Ненавижу тему с лифтами. Вся парень эта тема. Ну да, да, да. Так. У меня есть новинки. Я покупаю это только из уважения. Бля, 50 тысяч можно расширить инвентарь, а я все прошляпил. Это что такое? Каст. Мощный пистолет-пулемет. Уменьшает отдачу. Автомат! 180 тысяч! Блин, а я только что все деньги всадил. Куда они попадя, короче. 100 тысяч! Боезапас для человека. Чё? Коллиматорный прицел.
Блин, я, короче, просто все бабки всадил никуда, можно сказать. Блядь. Еще и прокачка оружия максимально появилась. Ну, ёма народ. 39. Снайперская, наверное, 29. Бля. Ну да, блин, предложение Карла было бы логично принять. Да, денежки жаль, что тебе делать? По мне. Хрен знает. Пойдемте дальше. Потом на лифте покатаемся. Да, я столько сейчас ссадил денег, короче, в никуда. Это даже, блин, страшно подумать. Прокачал немного, кстати. За счет еды что-то себе. А, блокировку сделал себе. Блок у меня типа хорошо блокирует теперь. Не так много урона буду получать. Так. А, классика жанра. Нет электричества. Вам нужно найти какой-нибудь аккумулятор. Мать его за ногу. Опачки. Стоп. Самодельная бомба. Я ж вроде их больше покупал. Не понял. А, хер с ним. Соберу еще. Они так-то легко собираются. Опа. Не понял, где лежали. Где-то лежали. Вот они где лежали. Спрятались от меня. Это где я недавно играл? В контроле вроде была тема. Но во многих играх такая ачивка есть, что этот, блядь, что за ключ? Типа одной гранатой разнести там 4-5-6 врагов. У меня была такая ачивка. Рукоятка. Не подходит. Понятно. Это что такое? Понятно, что ничего не понятно. Ой, заперто с другой стороны. Ну, классика ведь, а? Не, я так понял, что снимки чудиков. Я просто не понял. Да, блин, не шевели. Ай! Ай! Иди отсюда. Что-то я сегодня, видимо, все это жары, короче, подустал немножко. Патроны никуда. Все. Блин, ты что, такой еще живой? Ладно, сейчас мы создаем патроны. Так. Создание. А, 6 бомб, а чё я? Они в разных ячейках, типа. Вот оно чё. 5 штучек в стак только положить можно. Понял. Отмычки. Кстати, отмычки давно уже не пригождались что-то. И? Желтый кварц, ну ладно. Ладненько чё. Так, стоп. Нужно... Скоро новый моб, бля. Опачки. Это что за черт сидит? А, вроде мертвый. А выглядит как живой. Не пытайся меня наебать. Оу. А че? Ничего вроде. Только вот патрон зря потратил. Точно ничего, да? Какой здоровый сундук. Шаблон барельефа. Ага, это ключик. А вот часто сука живет, наверное, да? Ой, какой-то ты крутой у нас, да? В жопу ползает рукой, гаденыш. Ага.
кристальное сердце. Сердце снежной королевы. Сейчас на новый паки мобов подтянутся, да? Или нет? Да, сучки? А? Нет? Нет? Блять, я запутался. Дверь-то литейная машина. Это был один из... Бляха. Дыра в стене. Сзади слева. А, вот она. Что-то чуть было не прошляпило. В смысле, блядь? Дальше будет покруче, да? Бля. Ну, дело-то к концу игры, как я понимаю, идет. Так, не подходит. Так. Тогда вопрос другой. Нам нужен чё? Литейная машина. Справа у нас переключатель. Так, литейная машина. Вот она. А, вот, все, теперь стало на свои места. Это типа клише, шаблон. Сейчас зальют на свои штычков. Ну так давай. Да, конечно, барельеф ни разу не горячий. Мне что-то даже резко стало интересно посмотреть спидран. Как резьбу восьмую в спидране проходит, за сколько времени. Опа. Откуда звуки нехорошие? Гаденыши. У меня теперь крутой блок, сука. Так, можно пойти вниз. А сюда, наверное, нельзя, да? Отсылку к чему именно? Сказка-то, которая вот это была? Ну, мне показалось, что это... Блин, очень похож на Гарри Поттера. Начало. Блин, охуенно, у меня с лестницей на свет. Понятно, и с лестницы нет, сука. Чисто как в последней части Гарри Поттера, как они там... Блядь, какая-то палочка-то была, бузина, бузиновая, блядь, бузящая. Так, эта хуя, как я понимаю, может нас разрезать. Наигравшись в таких игр, я понял, что лучше побежать. А еще я понял, что лучше сорка кого-нибудь заманить. Так. Чтобы кого-нибудь все заманить, сделаем так. Ты в этом плане? Ну да. Кукла же была, кто там? Лошадь была, смерть. Смерть, я как понимаю. Это последняя вот эта баба, как ее, Миранда? Мелинда? Ах ты, сука, ладно. Опа! Отлично. Иди сюда. Блядь, да... Откуда вас тут только что никого не было? Идите в жопу, а? Идите в жопу, блядь. Блядь, еще... Вот как я хотел сделать изначально, блядь. Отлично. Кто-нибудь еще? Давай, иди сюда. Нахуй обратно пошел, блядь. Все. Ну вот только зря хилку вдул, короче, а. Да ёб твою мать, а! Нет, в такую жару долго играть нельзя, короче. Бля, это... Жопа какая. А, вот они где все спрятались, гаденыши. Хрипту получил просто. Так. Ну, Гарри Поттер. Ты сказал, что кто не фанат Гарри Поттера.
Ай, блядь! Что-то у меня вообще плохо с этим сегодня. Ладно. У меня есть даже закос косплей небольшой на Гарри Поттера. Так. Давай, Итан, покажи мощь. А, ты просто оторвал его. Можно было и так. Заперто с другой стороны. На ластостеку на лифте покататься. Ой, блядь. Сука, если вы живете, я, блядь, вас гранату кину. Отвечаю. Опа. Блядь, теперь открыто. Там что? А тут что-то какая-то хитрость. Резервный генератор. Нужна шестерня. Да вашу ж мать, у меня есть шестерня, блядь. Нет, вот это. А? Блядь. Серьезно? Да что ты такой кривой? Блин, реально, в седьмой части как-то более меткий чувак был, Итан. Тут как-то прям... Бля, ненавижу многоэтажные локации. Парят они меня вот тут. Куда, блядь? Теперь я... Понятно. Вот у меня вот тебе возникает куча вопросов. Куда мне? Так. Запчасть, цилиндр. Ну, на вид это шестерня, конечно, блядь, ну. Да, кстати, да. Вот это ты точно написала. Так. Чё-то я, блядь. Ой, ну запарился, подождите-ка. Шестерня. А я что-то, блядь, взял. Запчасть. Блядь, это просто по приколу, короче. Понятно, чтобы продать подороже. Твою мать. Так, здесь что? Так. Подождите-ка. А подождите-ка, я ж вроде как... Так, я окончательно запутался. Как я оказался... Чё-то вот, блядь... А, типа среза, что ли? Типа среза, да? Да-да-да. Ладно, погнали. Так, ой-ой-ой, что-то я тут нажимал. Бля, что-то и хилок мало стало мне. Не, хилок лучше пусть побольше будет. Здесь вот во всех резьбах не хватает, честно сказать, вот этого колеса с оружием, блядь, чтобы постоянно не вот этого не заниматься. То есть у тебя есть 4 штуки. И все, да? Но мне это не нравится. Лучше бы сделали, зажимаешь слово Л1. А, Л1 это толкнуть врага. Блок. Ну ладно. Ну ладно, хуй с ним. Но все равно, короче, можно было бы как-то реализовать колесо с оружием, все, которое у тебя собрано, лежит с собой. Чтобы не заниматься вот этой, блядь, раздрочкой. Так, теперь. Сюда не ходил, да? Точно ведь не ходил. Хотя зачем нам тратить патроны? На, сука. А-а-а. Еще не так все просто. Не так все просто, как кажется. Чего тут пишут-то? Механический боец. Солдат версии 1.0. Взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил каду.
Ай, реактор, грудь, запас энергии гораздо больше. Убил трех оборотней за одну минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Ой, что-то нас ждет. Вот этот, короче, походу, шаблон шестеренки. Как называется-то, бля? О, это срез, типа. Не пирамида головы, это что ж у меня? Отлично. У-ху-ху, тут броди и броди еще. Да как же, вертолета головы, вот точно. Это, мне кажется, последняя часть эксперимента. Опачки. А, кстати, я тут еще не был. Что тут есть? Тайничок, что ли, какой-то? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Шестеренку там всегда успеем. Формочку вылить. Так, 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 так. Так, стойте. Точно. Это уже я все. Это уже у меня мозг поплыл, короче. А стрим идет, к слову сказать. Перезапуск. А, идет? А-а-а. У меня просто на компе включен рестриминг на YouTube. И я вижу, что там все зависло нахрен. Ну ладно, так хрен с ним. Хрен с ним, с YouTube, все на желтых монет накидали, так что теперь я на Твиче буду. По большей части. Опачки, стриминг. Оу. Воу-воу-воу-воу, чувак. Ты умер? Или не умер? Умер или нет? Нет, сука, не умер. Так, слушай, вроде... Так я вот как читал про реакторы, да. Вроде как сердце хреначе, а он что-то как-то тут... Не поддавался мне. Шестеренка. А, шестеренка, хотел сказать, а какая шестеренка-то нам нужна? Точно. Следующих скину нафигать. Понял. Все, сейчас, секундочку. Сейчас буквально секунду. Ай, короче, ладно. Пытался YouTube реанимировать, что-то там все грустно, печально. Так, шестеренка у нас была. Была вроде как вот. Тут. Ох, уж эта картография. Наконец-то запустили. Опа. Что-то, что-то открылось, что-то закрылось, короче, да? Вот эти-то... А! Опа-на! И этого сердца похоже, что... Опа-на! Блядь, у тебя размах большой, я скажу, чувак. Бери руку. Фу. Этого не спину все-таки надо было. Я не такой, как все. Я хочу освободиться от этой сучары. Сучары, он хотел сказать.
Блин, мало ингредиентов? Мало. Маловато. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Вот, плоды моих стараний. Или уничтожит плава. Так устроено жизнь. Сука. Рядом вверх мое предложение. Да, блядь, не блокируйся. Мать твою, сколько тебе стрелять-то надо, а? Блядь, не здорово. Не здоровские враги, если честно скажу. Я, кажется, всякой хуйней в Резиденте с этот. Ну, да, блин, Гейзельберг, он вроде как адекватный чувак, говорит, ты там, давай, блядь, не еби мозг, типа, блядь, все, типа, замутим. А Итан, я тебя найду, я тебя убью. Причем, он когда же падал на стуле, ты сидел с ним, общался, типа, он говорит, нахуй этот, не падай, ну что такое. Типа, лучше тебе не смотреть, что там снизу. Итан такой, блядь, я лучше проверю, нихуя себе, думал, ты крутой, блядь. Тебя спасли, можно сказать, говорят, типа, давай вместе справимся с этими сучарами, блин. А ты такой, не, нихуя. Опа-на, блядь. Блядь, мимо. Мимо. Блять, не то, опять достал, ай. Что-то с патронами у меня, конечно, вообще печалька. Что-то ты, чувак, уж слишком, да блять. Какая же суперблок. Меня, кстати, еще напрягло, я седьмую часть проходил на компе в свое время, а потом еще раз на Соньке, ну, относительно недавно, может, год назад. Ой, семерку в VR-шлеме я прошел, что такое. Там же в конце тебе дают два выбора, я Мию не спасал, я забил на нее, как бы. А тут типа, ой, Мия, все дела, думаю, че? Че такое? Тогда уж в седьмой части не делали бы такую хрень, что типа разветвление можно мутить. Че я по хп-то? Зелененькая, да? Не, по патронам все печально, я смотрю. Блядь. Вообще печально. Очень-очень грустно все. Так, эти будем пытаться загендошить вот так вот. Вот, вот в этом-то и вопрос, что у меня что-то как-то очень все этот. Но я все-таки надеюсь, что я смогу пластику вырулить, закуплюсь хотя бы. Уж если не расфармиться патронами, так закупиться ими. Бля, вот здесь точно были крутые зомби, и их уже нет на месте. Это мне не нравится. Что-то никаких чекпоинтов, никаких сейвов. Так, я откуда пришел? Куда иду? Запутался. Запутался. Ненавижу многоуровневые вот эти херовины. Когда они, во-первых, блять, многоуровневые. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этих спину, да, надо? Блять, не попал. Фух. Ненавижу, когда они. О, да-да-да. Многоуровневые, блять, и. Еще вот такие лабиринты. Влево, вправо, вниз, вверх, туда, сюда, чего, куда. Ой, патроны для дробовика, отлично. Вот это вот. Если не буду мазать, еще одного такого же завалю, короче. Ну,
У ножика бесконечные патроны. Еще патроны были? Может, я слепой, конечно, подожди. Не, это просто что закрыть типа шкафчик. Все. Всего лишь 5 патронов. Как-то да, не густо. Так, это мы где оказались? Ай, хер пойми опять где. Пульт лифта. Бля, вангую сейчас этих дверей... подождите-ка. Подождите-ка, это... О, отлично. Вот это отлично, короче. Мы вернулись, можно сказать, к началу этой точки. Ой, точки, локации. Фух. Эй, ты, давай барыжиться. Так, желтый кварц. Кристальное сердце. Большое кристальное сердце. Так, все, да? Ну, расскажи, тогда чем мне это? Не обращайся внимания. Так, для дробовика. Окей. Блин. Да и пистолет-то вроде неплохо, если честно. Хрен знает. Все-таки куплю. Куплю сумочку. Так. Ну. Ак, слушай, кольцо у меня же еще, скажи... Блин, не создано, как? Не объединенное с этим кристаллом. Так-то дороже его продам. В три дорога, можно сказать. Кухня, хуйкня. Ага, ладно. И... Ничего не хватает, понятно. Интересных фрикций. Застрелимся. Ну что ж. Приключения зовут. Так. Стойте. Хотя ладно, здесь пусть остается. Это сюда, отлично. Ну, вроде жить можно пока что. Я, конечно, не до конца в этом уверен, но попытаемся. Блин, патроны, конечно, жутко дорогие по сравнению, если сравнивать всю остальную фигню. Так, лифт. Отлично. Вызываем. А я прямо-то ходил или не ходил? Не ходил. Не ходил. А, или лифт это просто... Ой, блядь, там вот эти ебаки едут сверху. Чё-то их слишком много. Лифт это не тот лифт, который я думал. Че, можно что создать? Ничего нельзя. Да, блядь, ну и там, ну и ёма народ. Ты реально как дурачок. Здравствуйте. Давай, отдай меня. Хули? А, ты ударил, да? Опа, здравствуйте. Твою мать, бесишь ты меня со своими фишечками, а? Поверни спиной-то. А, подожди. Не, жалко тебя мину тратить. Блять, поймал меня, вот ты козел, а? Ясненько. Лучше было закупаться дробовиком. Блядь, не попал. Сука. Потная катка начинается, конечно. Нехватка патронов. Враги. Те еще пидорасы редкостные получаются. Лабиринт.
Под конец-то, конечно, да. Резьба выдает жару. Ёб твою мать, что это такое? Вертолета головой снова. Он сам попадет или не попадет? Не бежать или не бежать? Вот че вопрос, блять. Сраный вертолета головы испугал я до усрачки, блять. Так. Фух, это что такое? Лифт. О как. Типа мы срез открыли образно. Входите, входите. У меня всегда есть. Скоро, очень скоро битва со штурмом, блин. Ну что ж, смело изучать. Хреново, что у меня к этой битве. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинкерс. Видишь, у меня в колечко не вставлена никакая херня. Жалко его за копейки продавать. Как и ожерелье. Окрава рубин. А тоже сочетаемое. Ангел. О! Ангел отца Никола, ёпта, я про него и забыл. Тарелка. Ой, сейчас затаримся. Так, вот теперь другое дело. Знаете, сколько стоит? Чё-то я про эту тему-то и забыл вообще, если честно. Так, что нам нужно? Слушай, я пытался, чё-то там так просто... Видишь, нету. Нету ничего объединяемого у меня, хотя не казалось. Оу. Ебать, я лопух. А, нет, кольцо не объединить. И цилиндр не объединить. Ну, вообще, забарыжим. Да, что-то я залопушился, конечно. О! Ожерелье Димитреску 50 тысяч. Вот теперь красота. Блин, я не знаю, стоит ли покупать. Не, автомат точно сейчас куплю, без патронов останусь. Не знаю, для того босса, наверное, что лучше у нас это для снайперской винтовки патронов взять. Снайперская мощно бьет хотя бы. Хрен его знает, что еще сделать. Это что такое, барабан? Ну да, дробаш и снайперка не самые такие. Ну пистолет вообще беспонтовка. Он, если честно, что-то расстроил меня. Хилку одну взять. Че, прокачать может, че? Нет ничего. Сколько увеличится урон? Так. На 1000, о, на 150 нормально. 41 тысяча. Не, подожди-ка. Вот это, я думаю, будет лучше. Лучшее решение моей жизни. До новых встреч. Ну что? Ух, там сколько этих дураков-то там производится. Охренеть просто. Сейчас мы с ножиком всех порешаем. Путь будет долгим. Ох уж этот голос локализатора. Я уж не знаю, мне кажется, он все игры переводит. Игры, которые возможны. Да и фильмы. И фильмы тоже. Ну да, а Итан такой, да пошел ты в жопу, ты мудак, ему сказал. Сейчас он этой армии Итана вскроет, мне кажется. По крайней мере, у него неплохо получалось до последнего момента. Тяжело мне давали. Я считаю, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела. Она давно утратила свою человечность. Я должен уничтожить. Мне посраться вашей семейной разборке.
Посрать на ваши семейные разборки. О, хорошо. Хорошо, мы затарились. Ну-ка. О, да что я спутаю-то? Твою мать, почему-то я не туда нажимаю. Так, наверное, создам-ка хилокси на максимум. Пока что. Пока что мне это достаточно. Вроде. Так. Сосать. Так, а куда я полез-то? Нет, я сейчас еще вернусь к вам. Яйчишки тебе стрелю сейчас. Хочешь? А? Сука, какой крепкий парень оказался. Че, походу, яйчишек. Блестит. Так это, че вашу мать? Я для вас специально, блядь, бомбу берег, а вы, блядь, ко мне не идете. Все, хватит, успокойтесь. Все ребята успокоились. Там что-то разошлись тут все. Так. Ну что ж, осматриваем эти помещения. Блома кристалла мы это приборыжим. Тут чё? Отмычка. Блин, сначала игры так дохрена отмычек требовалось. Блять, что-то не досмотрел я. Наверху, может, что еще где-то блестит. Теперь до жопы отмычек и... Нихуя не требуются они, короче. Один раз только на воспользовался. На клетке пробегает. Вот так я и думал. Вот теперь все. Теперь синяя территория, отлично. А теперь можно со спокойной душой идти дальше. Ой, не нравится мне этот коридор. Тут лестничка хотя бы есть. Ой, не нравится, не нравится. Слушайте, он держит на стенку. Не, вряд ли он ножик на стенку сломает. Ништячки. Горнодобывающее, да, я? Производство. Чувачка-то Гейзенберга.